Специально прилетели из Москвы многоуважаемый Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Прошу, дорогие гости. Успокойтесь, товарищи. А где же наш дорогой Борис? О, Борис, я сегодня так рад, что и меня пригласили поздравить вас с днем рождения. А со мной пришел мой уважаемый Борис. У меня тоже есть Борис. Пожалуйста. Ну, понимаешь, не могут без меня. Опять они меня зовут. Горбачев развалил союз и позвал меня. Вот и до Израиля добрался. И опять меня зовешь, понимаешь? Да я же развалил союз для того, чтобы вот эти все евреи, и мы в том числе, были и жили в Израиле. Ну, за это я тебя благодарю, понимаешь? Спасибо. Потому что у меня бабка еврейка. Да что ты? Ну не просто еврейка, а бухарская еврейка, понимаешь? Очень интересно, товарищи. Это что-то новое. А как же твою бабку звали? Ну, ее зовут Апамирьем Ивановна, понимаешь? Я очень удивлен, Борис, честно говоря. Но если ты бухарский еврей, ты знаешь, в Израиле есть конгресс бухарских евреев. Случайно ты туда поступать не собираешься? Там таких, как ты, миллионерчиков ждут. Ну я бы с радостью, но пропил я все миллиончики, понимаешь, Миша? Но такой конгресс я в мире не видывал. Что ты говоришь? Да. Я все жду, когда меня назначат президентом Конгресса. Но ты же знаешь Леву Леваева, это не ты. Он свое место так просто не отдаст. А ты что, и на его место нацелился, что ли? Ну, конечно, оно дорого стоит. О, понимаешь. Я думаю, тебе до его места еще расти и расти. А что мы сюда пришли? Я что-то не понимаю. Ну, я вижу, он вообще уже что-то напился и не соображает, что пришел сюда даже. Ты что, забыл? Мы пришли, чтобы поздравить нашего дорогого Бориса Номатиева с его юбилеем. Ну, ты знаешь его? Ну, конечно. Это мой любимый артист. А как он шашмахон поет? Я прям на ходу засыпаю. Хорошо, что ты сейчас не заснул. А то здесь многие засыпать стали. Я правильно уловил? Я их всех вижу насквозь. Ну что я хотел сказать? Мы сюда пришли президенты, так сказать, бывшие, чтобы его поздравить. Но что-то я не вижу нынешнего президента, которого зовут Лев Леваев. Говорят, он очень деловой человек. Не такой, как мы, бездельники. Мы когда-то были президентами, а он сейчас. Но я хочу пожелать, чтобы наш многоуважаемый Лев Леваев нашего дорогого Бориса Номатиева выдвинул на соискание государственной премии Израиля. Как я его в Союзе сделал народным артистом, я хочу, чтобы он и в Израиле был народным артистом. Хотя, как я вижу по вашим аплодисментам, он уже давно народный артист. Я правильно уловил ваше настроение? Ну, у тебя голова свежак, понимаешь? Смотри, не сделай перестройку и в Израиле. Ну, пошли, попьем 100 грамм за здоровье Бориса Номатиева. Это надо, это мы сделаем. До свидания, товарищи. Мы пошли.